Для меня война – это многочисленное кровопролитие, голод, жертвы. Но в то же время война – это неотъемлемая часть нашей истории. У меня во Второй мировой войне участвовали прадедушки. И один из них многим знаком. Его зовут Коткин Алексей Степанович, писатель и ветеран. Он входил в ряды ВДВ. Лично от себя хочу сказать большое спасибо всем ветеранам. Спасибо за победу. Спасибо за мирное небо над головой. Спасибо за счастливое и спокойное детство и светлое будущее.